капец, еду на тренировку, уже минут 40 в пробке, вечером в пятницу. Блин, это вообще, конечно, дичь. Полнейшая жара. Там за стеной два вентилятора. Спереди даже тоже жарище идет. В принципе, на улице вообще лето, жара. Вообще некомфортно. Весь уже мокрый, уже просто полчаса как минимум. Я приехал на тренировку, 4 колеса сточил, загрузил. Вот такая у меня техничка, как вам. 4 колеса, раз, два, там 3, 4. Классная техничка, да? Самое, по-моему, лютое на этапе.